Привет-привет! Вы просили, мы снимаем. С вами Лилия Донскова, и сегодня у нас обзор ароматов, которые используются в нашей семье от компании Oriflame. Как видите, других парфюмов здесь нет, и я на самом деле приверженец компании Oriflame, поэтому других я не приобретаю даже ароматов. Бывает иногда любопытно попробовать что-то, и я захожу в магазин Эль де Батэ или Ле Туаль, пробую, нюхаю, но все равно остаюсь верна ароматам. И я расскажу вам сегодня, какие ароматы у меня любимые, какие, на какое событие я использую, какие они создают у меня настроение и так далее. Итак, давайте приступим и начнем с этой красивой парочки Love Potion, тот, который бордовый такой красивый оттенок, даже винный оттенок, просто Love Potion. А второй Love Potion Secrets, такой нежный розовый девичий аромат. Расскажу немножечко по первому аромату Love Potion. В его состав входит имбирь, ром, ваниль, какао, кофе, белая лилия, сандал, бобы тонко и шоколад. Этот аромат с афродизиаками. Он действительно очень сексуальный, мягкий, обволакивающий, он не приторный, он, знаете, такой вот женственный. Вот действительно он располагает к вечеру, к свиданию. Он необыкновенный, у меня давно был такой аромат, и сейчас я взяла себе новый, я по нему соскучилась. Вот у меня был какой-то период жизни, когда я его использовала, и были другие ароматы, вот если хочется вернуться, значит аромат действительно классный. То есть это мой повторный заказ. А аромат Love Potion Secrets, я его сама очень обожаю, но все-таки он любимчик нашей дочки, ей 20 лет, и она просто его один за другим, вот один заканчивается, мы открываем новый, один заканчивается, открываем новый, она их очень любит, именно этот аромат, и пока он ей не надоел, мы будем заказывать. Чем он отличается по составу? Он более мягкий, нежный, более дерзкий, этот аромат, и здесь все белое, белая клубника, белый шоколад и ваниль, то есть это самые яркие ноты. По поводу стойкости, это парфюмированные воды, и они достаточно стойкие, достаточно, то есть не то, что вы будете там постирали одежду и все равно от нее пахнет, такого не будет, такого, мне кажется, в Oriflame только, наверное, Giordani Gold классическая, такой дает эффект безумной стойкости, но я не считаю, что это хорошо, потому что мне кажется, такой вариант мега стойкости подходит человеку, который вот консерватор. То есть девушка или мужчина любит только один аромат, и только с ним они живут постоянно, то есть из года в год один и тот же. Тогда да, я, например, такой человек эмоциональный, и я очень разная и непредсказуемая, слава богу, что я всегда позитивная, но у меня, например, бывают ситуации, когда мне нужен очень сильный аромат, и я вам сейчас про это расскажу, который усилит мои именно качества волевые, например, да, это вот когда предстоит какой-то разговор серьезный, или мне надо произвести впечатление как партнера, не как девочки-девочки, а именно такой вот жесткости, тогда, конечно, о таких ароматах даже речь не может быть идти, потому что это категория свидания, нежность, легкость, женственность. Вот, поэтому я их очень люблю и рекомендую такой аромат попробовать. И всегда говорю вам, что прежде чем купить аромат, нужно заказать себе пробники. А может быть даже не один, два, три, чтобы подольше поносить этот аромат и прочувствовать, насколько вот он вам нравится, или какие-то нотки все-таки будут отвлекать или раздражать. Такое может проявиться через несколько дней использования аромата. Поэтому не стоит рисковать, тем более что это все стоит денег. Аромат Mon Parfum тоже ходит в моих любимчиках. Очень стойкий аромат Mon Parfum. Да, Eclat Mon Parfum. В серии Eclat несколько ароматов, и она постоянно расширяется. И мне нравится, что в этой серии всегда парные ароматы. В основном, мне кажется, только Eclat Weekend не парный, а остальные все парные. Это очень здорово, потому что приятно, вот знаете, как я очень люблю, когда парочка, люблю, например, одеваются похоже, да, используют одну марку, это как-то вот здорово выглядит. Что я хочу сказать про этот аромат: когда я его вот первый раз попробовала, он мне, знаете, напомнил, что когда заходишь в Эль де Батэ,
И вот стоит вот этот вот аромат, вот очень похож на какой-то из них, но он прям вот там присутствует. И тем не менее он стал мне очень дорог, хотя много было даже отзывов таких вот, ну, негативных про него. Не знаю почему, аромат очень достоин, он прям крутой. Цветочно-зеленый, смотрите какой состав: китайская груша, розовый перец, да, цветочные нотки, миндальная пудра, светлый мускус и белый пачули. То здесь есть и фрукты, и цветы, и свежесть. И он такой, знаете, аромат привлекает. Каждый раз, когда я им пользуюсь, ну, я не так часто, вы видите, да, то есть за год, чуть больше года он у меня, я его использовала не так много. Ну, потому что он такой вот выходной, то есть он не на каждый день, вот реально он дорогой, достойный, хороший аромат. И у меня каждый раз, когда я с ним выхожу, кто-нибудь да спросит: девушка, чем от вас так вкусно пахнет? В основном спрашивают женщины. Вот, я им говорю, что это. У меня даже две клиентки появились с этого аромата, потому что я сказала, что этот аромат можно заказать только в Oriflame. Тут же спросила: у вас есть у кого заказать? Кто-то из знакомых занимается Oriflame? Если мне говорят нет, то я предлагаю свои услуги. Так что мотайте на ус, это тоже такая классная фишка. Так, следующий аромат у нас будет Poses. Их два. Вот смотрите, один у меня уже закончился. И, кстати, вот остаток, вот тут его прям совсем чуть-чуть, это первый Poses, который у нас вышел, он почему-то стал невкусный. Вот знаете, как бы у меня такое впервые ситуация, что аромат после долгого вот использования, а он давно у нас, да, появился, может, 3-4 года назад, не помню точно, но он почему-то изменился, вот, может, мне, конечно, кажется. Итак, давайте посмотрим первый Poses в составе: ананас, грейпфрукт, сразу такие фруктовые, вкусные, мои любимые ноты, иланг-иланг, цветок апельсина, который у нас, кстати, цветок апельсина еще вот в этом аромате Giordani Gold Essence, тоже очень люблю, малинка, пачули и сандал. То есть очень вкусные сексуальные нотки, и этот аромат позиционируется как аромат Клеопатры, да, такой властный, сексуальный, женщина, которая сводила с ума всех мужчин, и он действительно безумно сексуальный. Он мне очень нравился, но поднадоел, вот честно, пока не хочу его повторять. Вот бывает такое, что аромат какой-то использовал, и все, мы с ним попрощались, когда прочитанная книга. Может быть, когда-то мы и захотим перечитать книгу, но пока нет, у меня, по крайней мере, пока нет. А вот второй аромат Poses Secret — это какая-то удивительная история с этим ароматом. Во-первых, это тот самый аромат из разряда, когда нужно быть сильной, то есть надо быть такой прям вау, чтобы вот не дать слабинки, не раскиснуть. И он в то же время безумно позитивный, то есть он сильный энергетический аромат. И когда я его первый раз попробовала, я заказала себе несколько пробников, я обычно их раздариваю, новые пробники, клиентам, прям заказы вкладываю, и я когда его первый раз попробовала, он мне не зашел вообще, вот даже странно, я прям вот фу, думаю, такой красивый флакон, я так его хотела, но он мне просто вообще никак не зашел. Проходит год, и я его решила еще раз попробовать, наношу пробник, и вероятнее всего из-за того, что мы постоянно меняемся и внешне, и внутренне, да, меняется восприятие аромата, вкусовые ощущения. Бывает такое, что какое-то блюдо там или какой-то конкретный продукт не нравится, а потом вдруг начинаешь его есть, вот прям, да, вот не можешь насытиться. Вот то же самое у меня произошло с этим ароматом. Вдруг он меня так торкнул, что я тут же заказала его, прям моментально заказала. У меня его стали заказывать клиенты, то есть я с ним прихожу, все такие: чем тебе так вкусно пахнет? Тут прям несколько заказов были с него, именно вот когда от меня ощутили этот аромат. Давайте посмотрим состав. Смотрите, какие сильные ноты: бергамот, жасмин, черная смородина, аккорд, золотое яблоко, сандал и ваниль. То есть он прям вот такая женщина, просто огонь. Вот это такой аромат. И из категории сильных ароматов у меня еще вот этот тоже Paradise желтый. Вот это тот самый случай, когда надо себя усилить. Я просто смотрю, может быть, что-то забыл, но будем по порядку, вот как я их себе выписала. То есть это теперь аромат в моих любимчиках ходит, иногда даже дома. Вот знаете, как бывает состояние, вот, например, сейчас каникулы, и
как бы раскисаешь, расслабляешься, какая-то несобранность, неорганизованность, и не можешь вот войти вот в русло. И я просто дома беру этот аромат и наношу его, и прямо отслеживаю четко, как у меня происходит внутренняя сборка, то есть я становлюсь какой-то другой. То есть ароматы на нас очень сильно влияют, поэтому надо это использовать. Так, рассказала немножечко про своих любимчиков, двигаемся дальше. Тоже аромат бомба, восточный аромат Sublime Nature Tonka Bean. Кстати, про бобы тонко я узнала только из этого аромата. Я раньше не обращала внимания, что у нас еще в каких-то ароматах присутствует эта нота, но может быть она просто не такая яркая в других ароматах, но она кое-где еще у нас есть. Итак, что же здесь входит? Ну, бобы тонко или тонко бобы, морские, что-то не знаю, что написала, что-то морские ноты, черная смородина, ваниль, белый мускус. Это основные ноты, конечно, их там еще много в каждом аромате, но мы говорим о тех, которые самые яркие. И вот смотрите, сразу, да, вот это восточный стиль, он тоже не подходит на каждый день. Во-первых, тут нужна соответствующая одежда, то есть я этот аромат могу нанести только когда на мне платье, и не просто какой-то там джинсовый сарафан, да, какой-то, нет, именно вот женственность, красота, у меня ассоциируется он с цветами, с рестораном, то есть это очень крутой дорогой аромат, стойкий, вот он действительно очень стойкий. Я забыла, кстати, про позис тоже, вот все ароматы, про которые я сейчас говорю, мне кажется, у меня они так сейчас расположены по, как бы, от самых таких наших гигантов и к более простым я ухожу, но, ну, может быть, немножко там сбилась, да, но вот первые ароматы, они очень стойкие, красивые, яркие и запоминающиеся, вот так бы я их назвала. Поэтому этот аромат достоин внимания, обязательно обратите на него, закажите пробник. И могу рассказать еще историю, у меня есть консультант в команде, и я ей посоветовала, она спросила, я люблю восточное, я ей посоветовала этот аромат, она выписала пробники и пишет мне: Лиля, это аромат очень-очень, говорит, прям один в один похож, где-то она была за границей, и их возили на фабрику, где производят духи, настоящие духи восточные, и, говорит, маленький флакончик духов стоил $3000. Она говорит, он просто один в один, и она его теперь постоянно заказывает. Она говорит, я так в него влюбилась, но $3000 это как бы не дешевая цена. Так, следующее — Giordani Gold Essence. На самом деле этот аромат должен быть первым, потому что он мой любимый. Это новый флакон, только закончился прошлый, я тут же его открыла. Как я люблю эти ноты. Вот этот аромат, я понимаю, что он не на каждый день, я понимаю, что он тоже такой вот прям праздничный, вечерний, театр, ресторан, но я его так обожаю, что я им тоже дома даже пользуюсь. Вот просто мне нравится, как он создает, какое настроение, динамика, бодрость, женственность, сексуальность, вот в нем вот, ну, все. И в составе, смотрите, динамику создает лимон, мандарин, бергамот, а такие вот женственные сладкие нотки — миндаль, жасмин, амбра, древесная нота, мускус, то есть, понимаете, это цитрусово-цветочно-древесный, вот, то есть в нем вот собрано все, и настолько деликатно сочетаются все ноты. Я его просто нюхаю, у меня аж слюни текут, вот настолько я его люблю. И я надеюсь, что этот аромат навсегда будет в Oriflame, может быть, не навсегда, на самом деле вкусы меняются, но это очень хороший аромат, просто вот наша, мне кажется, такая вот, ну, нет, не визитная карточка в ароматах, нет, но это яркий аромат, который просто очень достоин быть у многих девушек, ну, конечно, тот, кому он понравится. Так, следующий — Luminescence, с таким длинным названием, аромат очень красивый, флакон, он весь переливается разными цветами, это просто дискотека, электрический разряд, и у него, кстати, в составе есть бергамот, зеленое яблоко, электрический заряд, я не знаю, что это такое, но он тут точно чувствуется, потому что просто вот бодрит аромат, фрезия, жасмин, пион, то есть много цветочных нот, мускус, белая амбра, то, что вот такую вот придает сексуальность аромату. Вот вы знаете,
вот этот аромат я могу использовать всегда, осталось прям чуть-чуть, и честно говоря, будет жалко с ним расставаться, потому что его любит и дочка, и я, мы им пользуемся вместе. Помимо красивого флакона, он очень красиво звучит, он сладенький и в то же время бодрый. Вы знаете, есть ароматы сладкие, приторные, такие прям вот прям не очень, да, а этот аромат сладкий, то есть ноты сладкие, но в то же время они бодрящие. Вот он такой просто вот вау-вау, если хочешь произвести впечатление сразу, чтобы тебе были рады, хотелось с тобой как бы быть, то это вот такой вот аромат, он настолько уютный и яркий, праздничный, просто супер. Так, чуть-чуть сдвигаемся сюда, видите, как еще много у нас ароматов. Следующий Парадайз. Парадайз, вот он, где он, Парадайз, вот он, с золотой крышечкой. Кстати, очень старенький уже аромат у меня, я его заказала сразу, когда он появился. И это тот самый аромат, когда его наносишь, все спрашивают, а чем от тебя пахнет? Вот он, но он очень сильный. Я им не всегда хочу пользоваться, не каждый раз я от него кайфую, но иногда вот прям надо. Что в составе? Розовый и черный перец, ландыш, жасмин, пион, кедр, мускус. То есть опять же, да, мы видим, что цветочно-древесный такой вот аромат, очень сильный, такая прям, знаете, женщина уверенная в себе, такая гордая, красивая, успешная, вот он такой аромат, очень интересный. Он, кстати, у нас есть еще в голубом цвете, наверное, он будет чуть дальше, пока не вижу его, может, я про него забыла. Неужели забыла? Потому что я не помню, какие здесь... Нет, скорее всего, он будет. А, вот он. Как он правильно читается? Amazing Paradise. Paradise. Может быть, неправильно произношу, не обижайтесь. Итак, что здесь у нас входит? Зеленая гуава, цветки мандарина, малина, жасмин, цветок райская капля, мускус и ваниль. Вот смотрите, этот аромат летний. Именно вот летом я им пользуюсь, он такой свежий, легкий, прозрачный, при очень вкусные нотки экзотические, это вот как раз зеленая гуава и мандарин, он дает вот эту вот экзотику аромату, он яркий, запоминающийся, им пользоваться именно на жару очень приятно, поэтому он для меня летом, в основном зимой не пользуюсь им, потому что зимой мне как-то более хочется таких теплых ароматов, мягких, женственных, наверное, потому что холодно и хочется хотя бы вот согреться от аромата. Так, здесь у нас будет стоять следующий амбары. У нас два амбара, эликсир желтый и такой вот сине-зеленый. И я начну с желтого. В состав входит черная смородина, мандарин, миндаль, пион, сандал, амбра, мускус. Смотрите, это аромат, он сладкий, и почему-то когда я его нюхаю, здесь не указана нотка, но для меня он как теплый шоколад звучит, то есть что-то такое в нем. Он очень приятный, он приятно раскрывается на коже, но не мой аромат. Вот как-то я его начала использовать, мне он очень нравится, но я люблю чувствовать от себя аромат, хотя существует такое выражение, да, как бы это не выражение, но так говорят, что аромат, если ты от себя не чувствуешь, значит, он тебе идеально подходит. Вот мне это никак не подходит определение, мне надо чувствовать этот аромат, который на мне, я должна его ощущать, потому что именно вдыхая аромат, вот я, например, вот я не могу надышаться, вот это я открываю, я не могу им надышаться, я его вдыхаю, вдыхаю, и это такое наслаждение. Вот от этого аромата я такого не испытываю чувства наслаждения, но он хорош, то есть он мне нравится, но не яркий для меня, не как бы вот не то, что вот я бы хотела, поэтому я им особо не пользуюсь. Зато необыкновенный его сестра это Amber Elixir Crystal, тут грейпфрут, который я обожаю, этот грейпфрут просто. Кстати, у меня как раз лежит в вазе, надо его сегодня-нибудь съесть. Водный морской аккорд, цветочные нотки, тростниковый сахар, ваниль, кокосовое молоко. То есть здесь столько всего вот экзотического. Он вообще просто необыкновенный. Вот он классный. И он, кстати, тоже хорош именно на жаркую погоду. То есть когда
Летом я его использовала, как раз его, по-моему, летом начала, и мне он так нравится, именно когда жарко, он самое то, вот он так красиво раскрывается. Поэтому берите пробник, ощутите какой-то кайфовый аромат, просто супер. Так, мы уже половину прошли, остались такие ароматы из более скромненьких, и следующий у нас Happy Dizziac. Я не могу сказать, что это аромат скромный, он у нас любимчик. Любит его Миша, это мой четвертый флакон, Миша его просто обожает. Смотрите, какой состав: груша, ананас, яблоко, клубника, клюква, жасмин, ваниль, кедр, мускус. Вот эти вот фруктовые ноты, сочные фрукты, спелые такие звучат. Но вот когда мы его первый раз открыли, я набрызгалась, и у меня приходит дочка с улицы, и она такая: мам, у нас что, клубника? А была осень, то есть это был, мне кажется, сентябрь, когда я приобрела этот аромат впервые. Я говорю: нет, клубники. Она говорит: мам, пахнет прям спелой клубникой, покажите, вы что, спрячете от меня клубнику? Мы так хохотали. Я говорю: Лера, это, наверное, аромат. Но я тогда не читала состав, и тут действительно есть клубника, и она звучит очень ярко. Он настолько позитивный. Вот вы знаете, он любого человека, самого, я не знаю, зануду и буку, заставит улыбаться, обниматься. Знаете, вот это такой аромат, он уютный, и он, не знаю, он привлекает, мне кажется, к себе вот этой вот своей непосредственностью, детскостью, энергичностью, бодростью. Попробуйте его, мне кажется, вы влюбитесь. Он не очень стойкий. Вот если все те, которые я показывала до этого, они были очень из разряда стойкие для Oriflame, этот не стойкий. Это туалетная вода, ну, 3-4 часа. И то я уже не чувствую от себя этого запаха. Ну, может быть, да, так близко кто подходит, чувствует. Но несложно его обновить. И стоимость у него достаточно такая доступная. Поэтому крутой аромат. И, кстати, в мужской серии есть такой же аромат, Mission Happy Dizziac. Он парный. Вот я сразу про эту парочку да расскажу. И в мужском тоже в составе есть клубника. Какой он вкусный! Просто я его обожаю. У нас мы были у друзей, Миша набрызгался только, и мы приходим, и подруга такая говорит: чем от тебя так вкусно пахнет? Он такой: Лиля воду подарила. Она муж говорит: я сейчас его съем, закажите моему тоже такое. Вот они тоже себе заказали такой аромат, мы так угорали просто. Я говорю: сейчас его съем, что делать? Я говорю: так не ешь, это мой, Миша. Так, следующий аромат — Eclat Mademoiselle. О, какой же он вкусный. Но этот аромат только у меня ассоциируется с весной. Я им не пользуюсь зимой, я им не пользуюсь летом. Вот весна, когда начинает цвести, все вокруг зацветает, распускаются листья. Вот у меня ассоциация с этим ароматом именно такая. Безумно вкусный, звонкий, яркий аромат. Я вам его рекомендую попробовать, пока он есть в Oriflame. И, кстати, он тоже парный, но у нас такого нет аромата, но он мне тоже очень нравится. То есть если вы любите покупать парные ароматы, обратите внимание именно на этот. Поэтому двигаемся дальше. Следующий аромат — Loved Up. Это что такое, где он у меня? Не вижу. Вот он. А, вот он. Это новый, бодрый, совершенно не стойкий, и стоит он 3 копейки. Цветочно-восточный, фруктовый, пряный, сливы, черный перец, сандал. Но вот именно слива, сладкая, спелая слива меня свела с ума. Я заказала этот аромат после того, как я использовала гель для душа из этой же коллекции, то есть у них одинаковые ноты, и от этого геля я просто без ума. И потом все-таки заказала аромат, хотя и не хотела, и он мне вроде бы не нужен. Знаете, вот даже просто вот так вот нюхать и балдеть, потому что он из-за того, что он не стойкий, как бы его так вот набрызгал, и он быстро выветривается. Но он клевый, просто клевый. И знаете, он стоит там обычно 4 сотни в каталоге, но это копейки. Если хочется себя чем-то порадовать, да, feel good, эта серия feel good, он прям прикольный, очень прикольный. Жалко, что не стойкий, потому что мне он очень нравится, такой прям, но он летний, вот этот аромат на лето. Так, дальше у нас French Ward. Вот он, аромат персик, ваниль, циния, необычная нотка, я в других ароматах в Oriflame не встречала. Он очень жизнерадостный, знаете, вот представьте себе свое впечатление, когда перед вами поставят вазу со спелыми, вкусными, сочными персиками. Как у вас подскочит настроение?
Ну, может быть, вы их не любите, вряд ли, конечно, мне кажется, персики любят все. Но вот он, этот аромат, создает настроение праздник, позитив. И из этого облака выходить не хочется. То есть, если вы им воспользовались и стоите с кем-то разговаривать, человек не захочет уходить от вашей вот этой вкусной ауры, потому что это тот самый аромат, который хочется вдыхать и вдыхать и вдыхать. Это просто вот фантастика. Ну, кстати, тоже недорогой, не очень стойкий. И вот мне кажется, все пойдут дальше такие вот не очень стойкие. Следующий, жасмин, наша серия Women's Collection Sensual Jasmine. Слушайте, ну у него такой богатый состав, он не стойкий, то есть эта коллекция, она тоже по ценовой политике очень низкая, очень жизнерадостный аромат. И именно вот тут жасмин, он не тот жасмин, который вот сводит с ума, начинает кружиться, болеть голова, а здесь настолько грамотное сочетание всех ноток, уравновешивают друг друга. Слушайте, бергамот, ландыш, жасмин, потом цветки апельсина, мимоза, белый мускус, сандал и бобы тонко. Я когда этот состав прочитала, я думаю, боже мой, да пусть он не стойкий, но бросила в сумочку и освежила. Но вот этот аромат создает тоже безумно вкусное настроение. Классное, но все-таки он больше на весну, весна-лето. Вот почему-то мне вот так он читается. Я им зимой редко пользуюсь. Очень приятный аромат, и в то же время он легкий, потому что обычно жасмин, он придает какую-то тяжесть, да, особенно вот у меня у мамы, например, под окном куст жасмина, и около него постоишь чуть-чуть, и уже как бы хочется сбежать. От этого аромата сбежать не хочется, это просто вот фантастика. Попробуйте, вы тоже его полюбите, если вам вот эти нотки отзываются, которые в нем. Мне кажется, он вам тоже понравится. Следующий — Воляре. Но это только один флакон чего стоит. Посмотрите, какая золотая роза. То есть мы просто держим в руках вот так вот за бутон цветок розы. Открываем, а здесь у нас распылитель. Слушайте, что в составе: мандарин, яблоко, персик и только потом роза. Но нотка розы здесь очень красиво звучит. Жасмин, амбра, сандал и соленая карамель. Обалденный аромат, и он стойкий. Серия Валяры, она тоже относится вот к тем, вот сюда я его поставлю, он из стойких, он очень красивый. Я единственное, я не помню, парфюмированная это вода или туалетная. Вот я себе пометку не сделала, а я вот так не помню. Ну, вы всегда можете заглянуть в каталог и посмотреть. То есть если парфюмированная, значит она будет значительно более стойкая, чем туалетная вода. Все, вот в этом разница. О, еще одна моя любовь. Sankey's Garden, это в розовой юбочке, вот такая вот девочка в юбочке красивая. Очаровал меня этот аромат. Тоже любовь началась с геля для душа. Я думаю, когда вышла эта серия, у меня мысль такая: нет, нет, аромат я точно брать не буду. Нет, у меня их почти 30 штук. Вот посмотрите, да, здесь почти 30, еще есть, я забыла выставить 2 или 3 аромата, которые уже сняли с производства, давно сняли, но у меня они есть. И я думаю, этот не буду брать, ну недорогой, нафиг он мне нужен, у меня столько ароматов, надо их хотя бы использовать хоть наполовину, потому что, как вы видите, многие даже до половины не использованы. Но слушайте, я когда использовала гель, начала им пользоваться, это фантастика. Ноты: лимон, маракуйя, питайя, малина, ландыш, мускус, пралине и кедр. Вот представьте себе, какая это вкуснятина. И конечно же, я сразу заказала себе этот аромат, я им пропользовалась все лето, то есть я вот им пользовалась летом, вот этим и, ну, иногда какими-то другими, вот сливу брала. То есть я не экономлю, я аромат на себя просто лью с удовольствием, потому что я их все равно буду покупать. Интересно же новый аромат получить, а в Oriflame практически через каталог выходит новинка, а бывает подряд в каждом каталоге. Так вот, этот состав меня просто очаровал. Я вам рекомендую этот аромат. Он иногда бывает в распродажах, иногда бывает во вставочках каталоге. Поэтому, если поймаете, он стоит тоже недорого, в пределах 500, там уж 600 рублей. Ну, это просто ерунда. Следующий — Tenderly Promise. Где у нас Tenderly? Вот. Это аромат силы. Тут королевская белая лилия, лимон, цветок персика, розовый перец, ландыш, сандал, мускус.
очень сильный аромат, яркий. Я таких ароматов ни разу не пробовала, ни у кого я не ощущала. Я такой аромат, как вам сказать, не забуду никогда, то есть он настолько яркий и незабываемый, но невозможно им пользоваться каждый день из-за того, что вот он такой вот вау, либо его надо прям чуть-чуть наносить и он стойкий, либо вот, ну, иногда по настроению. Вот я им так пользуюсь, иногда по настроению вот половиночку взяла. А еще знаете, как с ним интересно получилось? Я его брать не хотела, но на него была акция как раз благотворительная, то есть все деньги с покупок, ну, с продаж этого аромата шли в фонд детям. И я просто решила, что я это сделаю из благотворительности. Мы его открыли в офисе, просто я говорю, ну, девчонки, раз я его взяла, давайте все брызгаться. И у нас что-то как раз так много было людей. Мы его открыли, брызнули, все попробовали, и мы все такие, ого, какой аромат, офигеть. И я решила, что его никому не буду ни передаривать, ни отдавать в добрые руки, пусть у меня такой тоже будет. Он очень необычный, вот просто, знаете, как, ну, я, может быть, как коллекционер уже рассуждаю, но я вот хочу, чтобы у меня такой аромат был в коллекции, ни разу не пожалела, что он у меня теперь есть. Так, следующий аромат Люси Starlight. Мне кажется, его тоже сняли с производства. В серии Люсия несколько ароматов тоже, они вот периодически уходят, новые приходят, но этот аромат, он отличается от всех очень сильно, как и вот этот. То есть если как-то вот у меня в основном подобраны ароматы какие-то все, ну, близкие друг к другу по духу, то этот вообще другой. Розовый перец, груша, сирень, вот, может быть, сирень, мед, персик, амбра, пачули. Нотки повторяются, как и в других, но здесь они совсем по-другому звучат. Я не могу вам сказать, какое слово вот у меня крутится в голове, чтобы его характеризовать. Но знаете, вот был интересный момент, к нам пришел мальчик, ну, друг Леры, ну, просто знакомый мальчик, и что-то вот мы с ним, он увидел, говорит, о, сколько у вас ароматов, я говорю, хочешь понюхать? Он такой, а можно? Я говорю, да. И вот ему понравился больше всего вот этот аромат. То есть молодежи нравится этот аромат, и недаром он Starlight, да, то есть звезда, Люсия звезда, то есть это молодежный, динамичный, очень интересный аромат. Тоже я им иногда пользуюсь, но вот, кстати, вот на зиму он мне очень нравится. Я сейчас его, пожалуй, выставлю вперед, потому что у меня бывает иногда, что я забываю просто какие-то ароматы, я его просто выставлю вперед и буду им сейчас пользоваться, потому что сейчас как раз зима. Так, следующий аромат у меня, это спрей для тела. Кстати, у нас вот, у меня такой, этот я взяла у дочки, смотрите, какой он красивый, Miss Yes to Love. Да, вот. А у меня вот такой Love Potion So Tempting. Смотрите состав: мандарин, абрикос, бергамот, жасмин, иланг-иланг, ваниль, мед, орхидея. Тоже мед, кстати. Очень-очень люблю его. Летом. Пользуюсь летом и выхожу из душа и просто распыляю на тело. Он не очень стойкий, он легкий, а потом добавляю что-то еще сверху, ну, что-то, да, созвучное. Очень нравится. Один, наверное, из... Или ничего не добавляю, просто его оставляю. Такой он вкусненький, сладенький. Еще в этой серии было массажное масло. Так жалко, что сняли с производства масло. Оно лучшее, которое я пробовала, в принципе. Оно и вкусное, и для массажа классно. И просто увлажнить кожу. Ну, супер. И красиво. Вот это вот корсет. Как будто, да, девушка в корсете. Очень здорово придумали. Такая идея прям клевая. Так, дальше у меня еще есть тут какая-то, а я разве не выписала? Ой, вы представляете, я забыла вот про этот аромат написать. Ладно, сейчас расскажу про My Naked Truth. К сожалению, к огромному сожалению, этот аромат сняли с производства. Почему я сожалею? Я его использовала 2 или 3 флакончика. Он очень красивый. Он, знаете, хлопковый, то есть он оставляет такой шлейф, такой чистоты, мягкости, нежности. Я вам передать не могу, насколько он классный. Смотрите, в составе бергамот, цветок яблони, личи, абрикос, шиповник, сандал, кедр и цветки хлопчатника. Вот он как раз хлопчатник. Вот это, наверное, тоже аромат, который резко отличается от всего, что есть в Oriflame. Не знаю, почему его убрали с производства.
мне так его жалко даже заканчивать, вот у меня чуть-чуть осталось, и я как будто бы его берегу на какой-то особый такой вот случай, какую-то, может быть, поездку романтичную, вот, потому что он именно такой вот просто. Жалко, конечно, может быть, вернут когда-нибудь или будет что-то подобное. И вот моя большая оплошность, я не выписала состав, что входит в состав Giordani Gold Essence Sensuale. Но если мы будем сравнивать эти два аромата, просто Giordani Gold Essence и Sensuale, да, они очень похожи, как бы они как будто сестренки такие односерийные, да, но они совершенно разные. Если сравнивать, я выбираю, конечно, просто Essence, мне он ближе, он ярче, этот более сладкий и не такой выразительный. Он очень интересный, смотрите, у него пипетка. И каждый, вот мы, например, использовали так вот, капельки потекли сюда, пустая, мы опять вставляем, и он опять полный, то есть каким-то образом там насосик подает сюда вот эти капельки. Но он не такой вот, чтобы, знаете, вау, и все упали просто, да, он хороший, классный, но я его повторять не буду точно, то есть вот я его использую когда-нибудь, и я им пользуюсь, мне он нравится, но я предпочитаю все-таки, когда есть выбор, да, и возможность, я предпочитаю более интересные, яркие ароматы, как вот, например, Giordani Gold Essence, или вот такой вот аромат, да, или вот такой, ну, вот. Я вам показала сейчас аромат, которым я пользуюсь, вот еще два Мишиных осталось. Мой, кстати, любимый, который сняли с производства. Не знаю, зачем убрали Manful, потому что это самый сексуальный аромат, который я пробовала в жизни. Вы знаете, я бы сама им пользовалась. Просто когда Миша его наносит, у меня, кстати, в заначке целый флакон. Новый прям стоит запечатанный. Потому что когда я увидела, что его снимают с производства, а распробовали мы его как раз перед этим моментом, и я такая, а как же я пропустила такой крутой аромат. Он просто, вот несмотря на простоту флакона, то здесь вообще ничего нет интересного, флакон самый обычный, ну, может быть, для мужчины не надо ничего навороченного, не знаю, я просто люблю красивые всякие штучки, но внутри это просто фантастика. Вы знаете, следующий аромат, который я буду Мише заказывать, это Legend. Как же он правильно называется, Legend, но именно серый. Есть черный флакон, а есть серый, который вышел не так давно. Вот он мне тоже так сильно понравился. В нем и динамика, и сексуальность, и, не знаю, вот мужественность, все прослеживается. И вот этот аромат, конечно, супер мягенький. А лидер, все, наконец-то он скоро закончится. Слушайте, какой-то бесконечный аромат, он у нас больше года. При том, что, видите, у Миши немного ароматов, в отличие от меня, он не любит, когда у него целая куча, он говорит, вот закончится, тогда возьмем новый. Это вот то, что у него их три, это, ну, просто моя инициатива. А может быть, у него какой-то запечатанный стоит, он не будет открывать, пока не использует. Ну да, мы разные, поэтому мы вместе. Когда первый раз открыли этот аромат? Ну, взяли попробовать. Мне понравилось название «Лидер». Но когда первый раз он им набрызгался, не понравился. Вообще не понравился. Я думаю, фу, какая ерунда. Говорю, может, папе отдадим? Он, ну, давай попробую еще там. Вы знаете, буквально второй, третий день, и потом мы уже такие, слушай, он какой классный, и он стойкий. Он очень стойкий. Вообще мужские ароматы очень стойкие, в отличие вот от женских. Мне кажется, в мужском коллекции более интересные, в принципе, ароматы и как они долго звучат. То есть он весь день в нем проходит, и вечером от кожи пахнет еще очень вкусно. Так, ну вот маленькую экскурсию я вам провела по ароматам. Мне, конечно, интересно ваш отзыв. Мне интересно, что вам нравится, какие вы ароматы используете в Oriflame, какие у вас любимые ароматы. Может быть, я не знаю, ну просто поделитесь своим чем-то таким вот. Какие у вас ощущения от ароматов, да, как вы вот их чувствуете, как слышите. Ну просто пишите, если есть время, есть возможность. Очень буду рада почитать ваши сообщения. Спасибо вам огромное за внимание, за то, что вы остаетесь с нами. И мы вам очень благодарны. Вам желаю очень вкусного настроения. Пусть ароматы Oriflame подарят вам праздник и самые лучшие ощущения, которые вы ждете от ароматов. Всего доброго, пока-пока!